В Казахстане откроется первый на территории Центральной Азии центр государственного Эрмитажа. Переговоры об этом велись с прошлого года, и, как сегодня сообщил заместитель премьер-министра Бердыбек Сапарбаев, сторонам удалось договориться о сотрудничестве, и центр одного из самого крупного художественного музея мира будет открыт на базе Национального музея Казахстана. Но вот сейчас решается вопрос, какие экспонаты первыми будут выставлены в Астане. Помимо этого, во время форума творческой интеллигенции заместитель премьер-министра заявил, что в Казахстане необходимо увеличивать посещаемость объектов культуры и спорта. И было отмечено, что на их развитие выделяются деньги из государственного бюджета. Например, в прошлом году расходы в области культуры увеличены на 5 миллиардов тенге. А чтобы заинтересовать население в посещении музеев, Бердыбек Сапарбаев предложил казахстанским знаменитостям пополнять выставочные коллекции семейными реликвиями. Есть возможность, есть такие знаменитые люди, которые бы подарили бы то, что у них дома лежат просто так на этажерках, на шкафах, ну и так далее. Это было бы хорошим посылом, что ли, в первую очередь для воспитания нашей молодежи. Я вспоминаю гастроли Академии солистов, когда мы первый раз в 96-м году выехали, и американская публика впервые увидела казахских музыкантов, казахстанских, и они сказали: вот надо же, такой уровень показывают казахстанские музыканты. Если есть такая культура, значит, есть достойная экономика, значит, в эту страну можно вкладывать инвестиции, значит, в эту страну можно верить. И я думаю, что они действительно через культуру, через спорт, вот что, наверное, узнаваемое и не только в нашей стране, но и во всем мире.